Ребята, всем привет! Вы на канале Санишка Играем Вместе, и мы сегодня приехали на замечательную турбазу отдыха «Маяк», кататься на тюбингах, на коньках. И еще мы пойдем сегодня в Дом творчества делать разные поделки. Так что смотрите наше видео до конца, узнаете, какую Санишка сделает подделку. Она думает сундучок такой красивый сделать, раскрасить морской. Но, может быть, еще что-то и другое будет делать, да? А знаете, что я буду делать? Я буду делать сундучок. Ну, может быть, еще что-то другое ты выберешь, да? Да. Пойдемте посмотрим тюбинговую трассу. Ой, какая сегодня красота тут. Видите, вот тут вот рабочие равняют чуть-чуть дорожки, чтобы... лучше было скатываться, тут закругляют их. Так, ребята, идем смотреть на тюбинговую трассу, как ее тут сделали. Сейчас наша Санишка покатится с трассы. Ну так, я вам скажу, как-то холодно, конечно, здесь. За городом холоднее, чем в городе. Прям руки так отмерзают. Вот мы добрались до трассы. Видите, какая она гладенькая, красивая. Так, ребята, Санишка наша готовится. Сейчас будет тестировать горку в первый раз, тюбинговую трассу. Ура! Покатилась! О, покатилась вот туда, вот до самого низа. Смертельный трюк, Санишка. Вон с папой катится. Ура! Ну как вам? Как вам горка? Задом развернула. Кстати, когда задом разворачивает, еще так улетела, страшнее. Сидела на снегу. Чуть не улетела? Нет. О, ничего себе. Здрасте, привет, камера. А, тут точно еще даже камера зачем-то. Чтобы смотреть, то улетит, то не улетит. Вот такая, ребята, видите, трасса. Там, ребят, там еще есть горка такая ледяная. Она очень скользкая. Давайте придем туда. А, точно, там вот дальше еще ледяные горки. Сейчас мы туда сходим. Еще их протестируем. А вот Дом творчества. Мы туда пойдем поделку еще делать. Видите, какой красивый. Как теремок. О, тут тоже вот такие вот горочки. Ой, какие шарики, как тут все украшено, да? Красиво. Мне очень вот эти шарики нравятся. Ледяные горки. Пойдешь испытывать ледяную горку? Да, пойдем. Пойдем, испытаем. Но она такая прям ровненькая, скользкая. Мне кажется, ты так помчишься на ней очень быстро. Да? Ой, какая тут елочка. Елочка, елка, лесной аромат. Очень ей нужен красивый наряд. Ой, а тут такие снеговички резные. Вот, шарфиком. А, они все с шарфиками. Да. Да, и у всех шапочки такие интересные. Из такой березки. Березовые шапочки. А теперь, ребята, смертельный трюк. Слабонервных просим удалиться. Санишка поедет с ледяной горки на тюбинги. Ну-ка, сейчас посмотрим, далеко она там прокатится. Ничего себе тут ледик. Если честно, это не мой тюбинг. Это местный тюбинг, да, специально, чтобы дети не улетали. А я... Будешь пробовать на нашем? Да. Ну, на нашем, мне кажется, можно вылететь за борт. Я экстремальная. Санишка экстремальная, но сейчас проверим, вылетит наша Санишка за забор или не вылетит. Вы как, ребята, думаете, вылетит она или не вылетит? Голосуйте!
Мне кажется, что вполне может вылететь вот за вот этот вот заборчик. Поставьте лайк, если голосуете, что не вылечу. Да, и не забудьте, ребята, подписаться на наш канал, кто еще не подписан. Вот наша санишка тут уже наготове. Присаживается. Ну, вообще на таком тюбинге тут не рекомендуется. И запрещают ездить. Только на таком надо. Маленьком тюбинге. Слушай, ну нормально, нормально, не вылетело. Ну как тебе? Нормально. Спасибо, кто проголосовал. Подписочка, и то, что я не вылечу. Кто проголосовал, что санишка не вылетит за забор. Ага. Кстати, ребята, пойдемте еще на одну горку. Ну, это такая уже поменьше горка. Мы сегодня тестируем все горки на нашем канале. Потом будем тестировать каток, а потом дом творчества тестировать. Ну, там, правда, горок нет, там только поделки. Сядем поудобнее. На старт, внимание, марш! Чуть оператора не сбила. Ты чуть меня не врезалась. Ну, как тебе эта горка? Нормульная. Нормульная, это говорит нормульная. Сейчас пойдет вот на еще на одну горочку. Видите, такие ледяные траншейки. Пока не есть. Ну не хочешь не есть. Так, санишка готовится. Раз, два, три. Прокатилась. Ребята, вот мы и пришли на каточек тестировать. Смотрите, какой тут отличный, прям прекрасный ледик. Я вот тоже на коньках. Оператор. Главное не свалиться оператору, не упасть. А мне кажется, то, что возле нашей школы лучше. Очень хороший каток тут, прям такой прям, как яичечка. Ну как тебе? Мне кажется, прям очень хорошо. Очень чистый, гладенький, ровненький. А вон девочка со стулом катается. Тут еще и музыка, можно танцевать под музыку. Да, санишка наша танцует. Смотрите. Ну, покажи какой-нибудь трюк для своих зрителей. Смотрите, я стою на коньках. Вот, на кончиках. Да, на кончиках. А вон там вот солнышко, где солнышко так потеплее. Видите, и никого здесь нет. Можно кататься. Прям закататься. Вот санишка катится. Она причем, по-моему, третий раз на коньках. А уже так хорошо вот катается. А даже четвертый. Ну, для четвертого тоже так ты хорошо уже. Вон катается, как нарезает круги. Вот такой, ребята, хороший каточек. Прям приятно, надо сказать, по такому катку прокатиться. Все, каток мы протестировали, и сейчас мы идем в дом творчества. Ой, смотрите, как тут все красиво украшено. Это настоящий снег. Настоящий? Да. Да нет, это настоящий. Мне кажется, не настоящий. Думаешь, настоящий, да? Да, это настоящий. Шишечки. Ой, тут. Да. Холодный. Вот каток. Видите, какая красота. Вот море сейчас вам покажу. Море там уже все застыло. Вон, какие перилки тут красиво так. Все в фонариках. Видите, какая красота. Ну да, море еще не все, как-то частями застыло. Площадочка. Это какая-то тарзанка местная. Ребята, вот и настало творчество.
Пошли мы выбирать поделочку, какую сегодня будем делать. Наша Санишка уже уморилась. Сидит на пеньке. Сяду на пенек, съем пирожок. На камушке. Давай, заходим. На камушке, а не на пеньке. Да. Ребята, вот мы и зашли в Дом творчества. Какая здесь елочка красивая, оранжевая. Нравится тебе? Такая оригинальная. Так, тут вот всякие поделки. Можно фигурки разукрашивать. Любые на выбор. Ой, какие красивые стеклянные шарики. Можно делать. О, вот пингвинчик. А, это можно потрясти. И там снежок такой. Это вот все тоже можно вот такие поделки. Ой, какие вот миленькие зайчики. Тут он как-то... А, не трясется снег. Я думала, он как-то еще должен трястись. Какая красота. Ой, а свечи какие тут еще. Вот свечи продаются. А это еще можно их, наверное, включать. О, ребята, какая красотень. Это ж вообще просто сказка. Она тут еще цвета меняет. О, красиво вот так вот свечу поставить. Свечи какие красивые. Санишка выбирает, что будет делать. Ой, ну свечи мне эти прям однозначно нравятся. Прям такая красотища. О, 800 рублей стоит. Да прям здесь можно их купить. Вот такие на Новый год поставил, и красота. Прям аж не могу от них оторваться. Вот такие еще поделочки. А вот такого зайчика мы, кстати, разукрашивали. Стоит у нас такой один желтенький зайчик. Вот такой жирный зайчик. Жировой. На него много краски нужно. А вот всякие тут еще ангелочки можно делать. О! Наверное, их чем-то наполнять можно и на елку потом вешать. Вот всякие игрушки. Вот какая сказка красивая. Вот в игрушке. Тут такое наполнение. Ну, что ты выбрала? Что делать? Вот мышки тут всякие. А можешь достать вот эту кассу? Типа вот эту вот. Мотать. Что достать? Вот тот, который возле дома. Вот на верхней полке. О, а вот тут можно сделать такой маленький маяк. Красивый. Я светильник нашла. Светильник нашла? К сожалению, сломал. А, светильник, это туда свечечка, да, вставляется? Можно его разукрасить, и он будет светиться красиво. Санишка выбрала вот такую коробочку. Это можно сюда всякие карандаши, да, вставлять? Нет, не карандаши, что-нибудь сложить любое. А, сложить. Я захочу. Хорошо. Ребята, вот уже вечер, и наша Санишка наконец-то закончила свою поделку. Смотрите, какая красота получилась. Тут два котика будут охранять мои вещи, которые я положу. Вот первый фиолетовый, а тут второй, черный. О, какая красота! Так ты вот так вот покажи. Ой, какая красота! Ну ничего себе, это ты сама так разукрасила. Ой-ой-ой, ну это очень, конечно, красиво. Так это всякие ручки можно, да, ставить? Нет, не ручки, не обязательно. Я ручки сюда не поместил. Ничего себе, какая красота. Красота. Ничего себе. Снег рассыпается. Это просто красотень. Там как ты прям туда насыпала, как ты его приклеила, да? Ну, ребята, это очень, конечно, красиво. Ребята, это типа вот сердечки в море. Вот тут у меня типа море. Вот тут у меня вот
такое космическое. Тут ничего себе, как красиво. Это ты прям сама-сама и все делала? Море. Да, сама. И вот это сама? Ага, два солнца. О-о-о, а тут одна себе. Луна. Я никак не могла луну сделать. У меня то касатель был. Ой, там прям снежок такой. Осторожно, он высыпается. Это милая собачка, да? Да какая это собачка? Разве он похож или на или это собачка? Котик? Это кот. А, котик, красивый. Итак, черный кот он будет охранять. Только с той стороны. Тут тоже котик. О, тоже тут котик, только другого цвета. И тут еще звездочка другая. Не зря я всю ночь просидела. Да, тут уже, смотрите, вон ночь глубокая. Уже мы тут а и пришли. А можно там пол выйти? Да, вот тут уже танцпол. Уже мы пришли тут в ресторан. Наша Санишка все доделала поделку, пошла танцевать. И еще сейчас будет кушать. А вам, ребята, если понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока! Пока-пока!